Привет, народ! Меня зовут Ник Фрост, и это четвертый для меня лично запуск игры Rime. Понятно, я там на более, скажем так, большее количество роликов разбил. И я вот удивлен, что действительно те, кто не за один присест проходят игру, способны увидеть вот такие разные... Да, фоны начального экрана, да, лого или как это назвать. Ну ладно, что у нас тут в дополнительном контенте? Новой одежды не появилось, эмблемки я не все смог собрать. Галерея, тут что-то идет. Не знаю, что ли, снова с первым костюмом побегать. Ну, какой-то подранный. Но тут хотя бы у него плащ нормальный. Здесь тоже какой-то покоцанный. Давайте вот этот тут он такой целенький. Ладно, продолжить. Я думаю, что это мой последний запуск игры, и я близок к финалу. Сейчас, как обычно, сяду, хоть у меня и мысли не торчать весь день, скажем так, проходить игру, а такое, по бырику все закончить, но чувствую, что это все будет выльется в 2 часа. Кстати, заставку нельзя пропустить, да? Ну да. Эту заставку мы с вами видели и даже нычку одну подобрали. Я, кстати, думал, что мы там и начнем. Ну ладно. Камера поддается совсем чуть-чуть. Так, а после этой игры я не знаю, то ли снова браться за Subnautica, надо же ее когда-нибудь пройти. Или еще что-нибудь пройти другое. Просто как вспомню, как засяду там, блин, явно надолго. Так, сперва мы мотнемся в тот уголок, глянем, подобрана ли вещь. По идее, должна быть. И этот чудик, который нас сюда принес, тоже свалил. Так, что такое у меня? Погодите, у меня постоянно вправо момент. Постоянно герой поворачивает вправо, а эта подставка для мышки тянет. Тянет мышь вправо. И герой, и камера крутится все время вправо. Так, ладно. Секретик тут взяли, идем решать головоломки, ведь у нас целая игра о головоломках. Значит, что они говорят, что надо целую тусу этих роботов. Ага, то я и лисичка, понял, то я и лисичка, все понятно, я и лисичка, блин. Так, а если я тут поору, оно работает? Ой, красота. Ой, красота, красотулька. А зачем ты это делаешь, Николай? Непонятно. Зато, смотрите, как мне нравится дочь. Блин, красиво сделано. Ну, современные технологии позволяют, да, игры делать красивыми. Он тут гнется, но это из-за дождя, я так понимаю. Казалось бы, при той миниатюрной графике, какая тут есть, да? Обычный дождик как может приукрасить? Каждый поднимается как может, да, чувак? Да ты ведь мне помог. И сейчас туда пойдешь, да? Удачи тебе там, в этой тьме. Тут нет никаких нычек, там что-нибудь больше нет. Ха, ну ладно, это я. И ерундой страдаю, как зажигаю все факелы, которые даже особо и не нужны. По-моему, даже ему по башке капельки попадают. Так. Что мы видим? Интересную такую картину мы видим, которой мы не допрыгнем и, скорее всего, убьемся, да? Сидит уже у нас на троне чувак. Или чувиха. К
король. Наверное, блин, плачет о потере своей королевы. Да. Тут, кстати, уже не везде дождик, да? То есть меня замечают, но не трогают. Да блин, камера. Куда они пошли? И тут кабан где-то там ходит. А, они, наверное, сюда зашли, в эту тьму. Нифига себе, когда к стене подхожу, вообще ничего не вижу. Так, думаю, за сегодня пройду, потом смонтирую. Я кроме первой части так и не монтировал эту игру. Потом смонтирую полное прохождение. И потом посмотрим, за что я возьмусь. Хотелось бы с одной утику пройти, блин. Так, что, чувак, куда? Я хочу вниз глянуть, что там. Или ты думаешь, плохая идея? Что, или туда, наверх? Вы наверх, да, валите? Не, а вдруг там внизу нычка? Ну, ты иди наверх, а я пойду вниз. Посмотрим, что там. Блин, все в этом тумане, дождь, нифига не вижу. Что там вдали? Ого, камера, ты, конечно, крута, несомненно. Но нычки я тут что-то не заметил. Нет? То есть он выборочно. Хочу залезаю, хочу не залезаю. Так, камера, пожалуйста. Клево, вода, блин, сделана классно. Люблю современные технологии. Ну, как ты вовремя остановился и не шлепнулся вниз. Ну, что там, непонятно, какие-то развалины. Где секрет? Нафига я сюда спускался? Такая анимация рваная. Странно, странно. Ну ладно, подымусь я и что? Где то, ради чего я сюда бежал? Отлично, отлично. Может, и не все эти тарелочки я соберу. Я их тарелочки называю. Кучу. Все. Ого, нифига себе его крутнуло. На этот меня ждет нормально. Автоматон. Еще тут подозрительный мостик. Сейчас еще как развалится под тобой. Не. И вот тут еще чуваки. Че, одного мало, надо еще один. Давай, подходи, зажигай. Ого, круто, 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 круто. Даже правая открылась быстрее, чем левая. Это тоже, ну, можно было сделать синхронно, но заморочились. Опа-на, почти получилось. Типа прыг и кувырок, как Лариса. Лариса Крофтовна. Ой, мне ничего не видно вообще. Что там? Вообще-вообще не видно. Очко. Так, что-то куда-то не туда. Так, автоматон, что ты мне подскажешь, куда?
Спасибо, бро. Глаз Саурона. Или око Саурона, или глаз, или что-то было. Тут что такое? Хочу. Ну там лисичка. Лисичка-сестричка. Блин, тут скользко, то есть тут мало того, что да, надо все рассчитывать, так еще и, допустим, в игре была супер-мега физика, чтобы герой мог идти и поскользнуться. Типа раз, или вот так хватайся, оно скользкое, он падает. Я заранее пробил жму, знаю, что рваная анимация такая, и что он даже в метре от той фигни, от той ступеньки, ну, появится анимация, как будто я карабкаюсь. Типа сокращая время, поняли? Чтобы герой не подходил, не останавливался, и тогда я не нажимал пробел, я жму его раньше. Ну, кстати, не всегда выходит. Чё, блин, ломаешь? А, это для меня? Спасибо. Я думал, он сейчас ко мне подойдет. Вот там еще. Это все мой другане. Опа-опа-опа-опа! Тут опа, кувырочек. Да. Вон там те чуваки гуляют. А мы возьмем и пойдем налево. Ну, можно было какой-нибудь секретик там оставить. Что за странный звук? А еще одна дверь. Не пугайте меня. Тут тоже так правая быстрее откроется. А вот тут не заморочились, могли бы сделать по-разному. Ух ты, ё. Ну, быстро он ходит. Но я-то туда не пойду. Я взгляну, что здесь. Что это такое? Ничего, дополнительный контент не появился. За что я тогда получил вот эту одежду? Что надо, чтобы ее получить? Чё-то кувырок не вышел, а я shift нажимал. Погнали. Ну чё ты, блин, ты ж понимаешь, что должен этот глазастик подойти. А чё, ты думаешь, что там смерть? Или они потом исчезают после это... После открытия дверей? Блин. Ё-моё. Что ж, пожертвовал шарик с собой, чтобы открыть двери. Интересно, можно отсюда навернуться? Вот мне чисто. Интересно, думаю, нифиг делать. Зачем вот здесь хвататься сделали? Кто его знает? Интересно, в этой игре есть такое понятие, как разгон?
Или все прыжки одинаковые? Опа-на, что это там вверху? Какое-то силовое поле. Ну и чё, мозги будете высасывать, не? Вообще меня игнорят. Так, 1, 2, 3, 4. 4, понятно. Знаете, почему вот эти паузы, когда я вот так иногда подтормаживаю, останавливаюсь? Это борьба с кошачьим пухом. Настолько много его стало в воздухе, что я, блин, это просто капец. Заходит в нос. Ой, кошарик, кошарик. Завели кошарика, мои девочки. Но вообще с ним не играют. Не чешут его. Так, что у нас тут? Что? О, я помню такую штучку. Так, и таких надо 4 штуки найти, да? Одна пошла, ну ладно. Одно радует, что хотя бы мозги они не пытаются мои высосать. Видите, какой у меня крутой крик. Чудики вы странные. Учитесь, блин. Бродят бесцельно. Какие-то души. Опа-на. Вот аймазду. Ого, не понял. Клево. Давайте еще пару загадок. А, вон там еще я вижу. Так, не знаю, правильно я делаю, что это ломаю, или может наоборот не стоит? Может не стоит их всех кромсать, или там не пройти, если этого не сделаю? Давайте пока ломать не будем. А может и надо это делать? Что-то вдалеке я вижу. Так, 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 так. Есть несколько способов туда подняться. Ага, вижу наверх, вижу, вижу. Хм. Корявая анимация, ну мог же дотянуться. Лисичка тоже помогает. Так, вон там еще один луч.
Погнали к нему. Так, какой-нибудь тут безопасный спуск есть? Так. И туда, и сюда. Тут столько проходов. И ложных, и настоящих. Шептуны. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Понятно, что эту хрень надо тут еще зажечь, окей. Зачем вот эти приключения воздушные? Чуть я не пойму, куда они меня заведут. Непонятно мне. Непонятно мне. Ну, надеюсь, заведут туда, куда нужно. На этаж выше. Так, еще вижу один такой луч непонятного силового поля. Так, как бы так теперь дойти туда и не убиться. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Выжил. Не знаю, верно ли я выбираю путь или нет, но мне просто интересно пробежаться здесь. Может, какие-нибудь секреты пропускаю, ну да ладно. Угу. Да он никак не допрыгнет. Так, надо помозговать. Сейчас будет прыжок через водопад. А, вода закончится, понятно. Вроде бы щелкнул левой, чтобы он закричал. Он почему-то не закричал. И тут не хочет. Ты что, прикалывайся? Гля, эти не зажигают. Ну что за фигня? Лисенок, как ты здесь оказываешься так быстро, а? Почему ты воешь как собака? Оля, в него можно врезаться. Так, это уже четвертый. Че, круг я сделал? Теперь можно возвращаться, да? Ого, то что туда идти? Там вон далеки какие-то огни. Вижу еще один луч. Фиг знает где. Ладно. Пошли в ту сторону. Учу! Не смог. То есть это если бы я с этой стороны делал обход, да? Да ну, не гоните, неужели назад? Да ну.
Да поднимайся, ну чё ты там фигней страдает. Чё, неужели допрыгну? Да ну нафиг. Я знал, что не допрыгну. Так, лучше с той стороны. Так, идем, идем. Ма, понятно, что за луч, это ведь наше место. Специально, чтобы вот этих разогнать, да? Ну, здоровье. Чё, блин? Чё, блин? Слышь, не наглое оружие. Ладно, смерть вам всем. Ну, это же главный герой плачущий, ёлки зеленые. Может, это его королевство, так, занепало. Может, еще один этот герой прощается, ё-моё. Блин, лисёночка. Сейчас придется себя злого завалить. Классно, я в каменюку превратился. Офигеть. Конец игры. Сейчас, сейчас, братюни. Сейчас вылезу. Чё-то я почернел. Блин. Блин. Я стал зомбарем. Нет, нет, нет. Я зомбарь, я даже хожу как зомбарь. Где мои прыжки? О, не, что там? О, разогнался, ура! Ну все еще зомбарь, что, бойтесь меня, суки, блин. Мне не хотят. Не хотят бояться своего пахана. Попрыгали. Ничего себе, и так темно в этой игре, да еще и, блин, главный герой стал таким мертвецки темным. Там, блин, елки-палки. Ох уж эти корявые, блин, анимации. Ну, что тебе мешает наверх подняться? Все понятно. Блин, капец, я вообще его не вижу. Где герой-то? Ну, вверх, ну что тебе мешает? Капец. Одно радует, что хотя бы вправо не прыгнул. Куда-нибудь в пропасть. Так, сейчас мы цепи будем ломать. Если он сможет схватиться, блин. Ну то ты, ну, блядь. Тут я не пойму, куда вы там мне показали. Че, неужели спускаться? Че, серьезно спускаться? Ладно. Окей, окей, окей. Неужели вниз? Ну ладно. Вот это он почернел. Блин, жалко. Более живым он мне нравился больше, блин. Таким хотя бы, блин. Он там иногда становился такого трупного цвета, но это совсем уже. Таким зомбаренышем он становился. Че, как заору? О, поломалась. Кричалка поломалась.
Очень обидно. Ну, на то воля разработчиков. О, сделайте меня это нормальным. Ух, тут такая высота, представляете? В три человеческих роста, и вы только так прыгаете, и только раз, и умудряетесь схватиться. Это, блин, немыслимо, блин. Я не знаю, ну это надо быть супер там, блин. Скалолазом каким-то. Блин, нифига не вижу с этой камерой, блин. Тут вообще не вижу по другой причине. Тут просто темно. Окей, летим наверх. И что потом будет, если я... Ладно, как-то спустимся. Вон, я вижу, там есть как спуститься. Ура! Я снова нормальный. Блин, нифига себе. Вау. Так может и укачать. Круто, 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 круто. Можно было бы запилить какую-то суперскую загадку с отражением. Я бы запилил на месте разработчиков. Что нам говорит тень? Так стрёмно он тут находится, этот каменюка это. Вниз, вверх, куда идти? Схватить его не могу, ладно, допустим, вниз. Фу, это камера, фу, это крутнулась камера, я подумал, что он упал. Фу, капец, думаю, вроде бы останавливался. То есть только подниматься, чтобы теперь спуститься, я либо что-то не так делаю. Так, камера, камера, камера. Спокойно. Сделайте так, чтобы мальчик уже внизу стоял. Обычно прыгнешь и назад уже не подымешься. Ого, ничего себе, он высоту удерживает. Тоже, да, так в реальной жизни от с такой высоты навернуться? Нахрен все переломаешь себе. Классно он светится. Давай, я в тебя верю. Видишь, разработчики сказали, что ты можешь прыгать, значит можешь. Опа. Опа. Мы сейчас сделаем прыжок и кувырок. Так, оп. Опа, нет, не получается. Да, встает малеха светловато. Глазки мои начинают вытекать. Ой-ой-ой. Если вот так бежать, так вроде нормально. Отжал я W. Хера себе, я постарел, малёха. Или это король? А, они вместе, наверное, с королем это преодолевали. А потом мальчика смыло. Похожая ситуация, когда я темноту ту вытаскивал. Фигакс, и сначала игра.
Куда же они путешествовали? Типа, королева умерла, и они решили покинуть эти земли, что ли? И если сейчас окажется, что это все был сон, я не знаю. Вау, жилище. Ого. Ого, то окошко валит так что. Ух. Ничего себе. Ничего себе. Тут вообще ни влево, ни вправо, только прямо. Ну ладно, тут я. Блин, у меня мысли куда-то заглянуть тут еще. Похавать. Че, батяня? Ничего нельзя сделать, только идти к нему. Ух ты, блин. Самоубийцы. Водоворот душ какой-то. Или колодец душ. То есть ни хрена нельзя, кроме как прыгнуть. Ну ладно, кавабанга. Это я или все-таки это его батя? То есть в этом мире есть некоторые цивилизованные вещи, типа чайников? Вау. Со свистком. Свисток снят. Круто. Моющие средства, что ли? Ёлки-палки. Так тут, ну, реально цивилизация. Ля, конфорка. Это рушит все, все, что я видел в этой игре. Прям реально такой, как удар, блин, под дых. Там сейчас еще кажется, что тачки там стоят во дворе. Блин, да тут и телевизор есть. Ё-моё. А как же все эти приключения с душами и все такое? Это капец. Это кидалово, блин. Да, дедуся? Кто это такой? Снова эта долбанная камера не дает ничего делать. Ну, прямо так прямо. Решился зайти в комнату сына. Лисичка. Или это его комната, блин? А, все, кого я нашел, да? Я нашел Хрюнделя. Нашел непонятную птичку. И еще одну птичку. Он как раз орёт там за это. Главное, это, конечно же, лисичка. Картину тут нельзя посмотреть. Давайте на лисичку глянем. Ветрячок. Я потом не сильно стал заморачиваться с секретами. А, я думал выйти в окно. Окей. Маяк. Не понял. Сколько лет прошло, он уже посидел. Тут моложе, взрослый должен быть.
Что отпустить, типа? Ну, понятно. Вообще не хэппи-энд. Да. Не знаю, что сказать. Мозгую. То есть это реально были приключения мальчика? И он смог вернуться в виде образа к своему отцу на одно мгновение? Что они хотели сказать? Да, была целая куча головоломок. Походу, так и остался он один, этот дяденька. И чё, главное меню? Да. Да. Нет. Все, типа конец. Короче, не знаю, что вам и сказать в финале. Было приятно поиграть, пошевелить мозгами, порешать головоломки, но концовка какая-то. Я надеялся, что мальчик, не знаю, найдет выход, вернется. Ладно, пора заканчивать, пока я тут не разрыдался. Всем хорошего, ребята. С вами был Ник Фрост. Увидимся в новых играх. Пока-пока. Ребята, один момент. Смотрите, выбор глав, да? Смотрите, как они называются. Отрицание, да? То есть он не мог смириться с тем, что, да, мальчик погиб. Или исчез, или как это назвать, да? Гнев, да, он был расстроен, не знал, что делать, да, торг, все еще, да, пытался решиться, свыкнуться с этим чувством, да, депрессия, и в итоге принятие, то есть, принял потерю, я так понимаю, да, ну хотя бы эти штучки немного расставили точки над и, да. Ну, я неплохо искал секреты, я вижу, особо не заморачивался, но неплохо, неплохо, не супер там идеально, но вот здесь вообще не стал париться, видите, хотя секреты были. Ладно, теперь точно пока-пока.